Приветствую вас, друзья и недруги. Телеканал CNN, который никогда не делает ничего просто так, обнародовал вчера кадры из больницы, которые должны вызывать сочувствие к Михаилу Саакашвили. Как ему там плохо. Напомню для тех, кто в танке, что он с 19 года находится под следствием в родной Грузии. Он не гражданин Грузии, он гражданин Украины. В свое время он отказался от гражданства Грузии, потому что законодательство Украины не предусматривает двойного гражданства. Порошенко лишил его этого гражданства, Зеленский даровал ему снова. Значит, он арестован, находится под следствием, и то, что CNN вчера опубликовал эти кадры, которые, может быть, являются эксклюзивными, но не являются свежаком. Это осень прошлого года. Если они вчера решили вот эту формировать повестку, значит, Саакашвили уготована какая-то роль. Что-то, видимо, в ближайшее время произойдет. Запасаемся попкорном. You just showed. He is radically and rapidly declining in health. You can see him going through seizures. He's got brain damage. He's got a reduction of white matter in his prefrontal cortex. And you were able to establish that through testing? Yes. Actually, in some of the videos you'll see, I was there with our expert neurologist, Dr. Lacan, who's a Congressional Medal of Honor. Считаете, что в перспективе между Россией и Грузией могут отношения не восстановятся уже? Нет. Я считаю, что нет. К сожалению, никогда. А когда вы последний раз были в Тбилиси? В октябре был. Это были гастроли? Или нет, это был я визит? Просто поехал домой, я хотел навестить могилы. У меня образовалось 3 дня выходных. Там как-то очень удачно сложилось, что были выходные с какими-то праздниками. У нас же сейчас 7 ноября подвинули куда-то, а я живу старым календарем. И вдруг оказалось, мне говорят, ой, а у тебя там, ты можешь не приходить столько-то дней. Там совпало как-то. Я говорю, ой, как хорошо. И мне так... Я поехал. И очень рад, что побывал, потому что очень красиво и вкусно. Вы упоминали о выговоре, который получили за интервью. Я надеюсь, что за эту беседу никто выговор не получит. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо.